Некоторые источники пишут, что первым ребенком Сейфер будет девочка, из-за чего все карханы будут недовольны и будут упрекать Сейран в том, что она не смогла родить наследника. Они хотели пополнения, получите, распишитесь, снова и мне так, вечно недовольные, им не угодишь. Как вам такие новости, напишите. Но когда Сейран родит, пока что неизвестно, ясно одно, в конце 42-й серии будет поднята тема беременности. Возможно, Сейран станет плохо, и она попадет в больницу, где она и узнает о своей беременности. В 43-й серии тема беременности будет полностью раскрыта. Актриса, играющая Асуман, Азнур Сёрчиллер, вчера отметила свое 36-летие. Берил Позом поздравила свою коллегу и близкую подругу с днем рождения вот такими милыми словами. «Познакомившись с тобой, я поняла, что без тебя ну никак. Без тебя не вышло бы». Со спойлеров известно, что примирение Обидина и Суны не будет. Возможно, образуется пара Обидин-Асуман. Сестры Шанлы начинают вступать в права хозяек особняка. Отношения Ферита и Кизыма пересмотрены и изменены. Кязым возвращается к своим заводским настройкам и проявляет насилие и рукоприкладство по отношению к Сейран. Эсме тоже очень тяжело это видеть. Турецкие источники уверяют, что когда Кязым будет быть Сейран, она скажет: «Если даже ты убьешь меня, я буду учиться». Эсме находится в тяжелой, затяжной депрессии, не в силах справиться. Со своими навязчивыми идеями ее посещает мысль добровольного ухода из жизни. Возможно, сцена, где заплаканная Сейран ловит такси, связана именно с мамой Эсме, и Сейран торопится в больницу. Сейран идет подавать документы в университет вместе с Кая, однако узнавший об этом Ферит едет за ними, разгорается ссора, и Ферит сопровождает Сейран в деканат. Пишут, что студенты университета, наблюдавшие за съемками, сказали: «Будет много красивых сцен». План Каи не удастся, они вернутся рука об руку.